Всем привет-привет! Вы на канале Вуд ГСН, и в сегодняшнем видео открываем подарочек от Вард Бист, который радует меня подарком уже не первый раз, а еще является одним из тех, кто в последнее время круче всех поддерживает канал в его развитии всеми доступными ему способами, в том числе лайками и комментариями под моими видео. Вард Бист, ты красавчик, спасибо тебе большое, спасибо тебе за внимание ко мне и к моему контенту. Я не знаю, что там внутри находится в этом подарке, но что бы ни было, я уже безумно благодарен и счастлив. Особенно благодарен за приятные эмоции, которые я получаю, открывая данные подарки, ну и, в принципе, получая их как знаки внимания. Нифига себе! 5500 голды, 1950 сниппетов, 60 бустеров золота, с которых я однозначно получу голду, как бы я там плохо не играл, и целых 15 дней прем-аккаунта. Огромная тебе благодарочка! Я понял, к чему ты писал мне в игре по поводу того, что это... тебе на КВ-5. Спасибо тебе огромное. Я обязательно прямо сейчас захожу. Я действительно очень хотел КВ-шника, но все как-то мялся в отношении затрат голды, которая у меня есть. Дело в том, что я ее берегу для того, чтобы для вас снимать видео с прокрутами рулеток, с сокрытием контейнеров. В общем, иметь возможность показывать вам то, что вас интересует в первую очередь, а именно шансы и возможности получения чего-либо из чего-либо, что разработчиками выставляется. Благодаря тебе, Вард Бист, я покупаю КВ-5, один из тех танков, которые я считаю must-have'ом в ангаре каждого начинающего танкиста, потому что данная машина прощает огромное количество ошибок. Спасибо тебе большое за то, что канал поддерживаешь. Жду тебя на прямой трансляции. Нам есть с тобой о чем поговорить. Приходи, буду рад. Да и вы, ребят, тоже заглядывайте на прямые трансляции. Мы там проводим розыгрыши, разыгрываем боевые пропуска, разыгрываем премиумные машины, разыгрываем... всякие вкусности, которые вы можете забрать бесплатно исключительно на моем канале. Подписывайтесь на канал прямо сейчас. Вард Бист, спасибо тебе большое за КВ-5, а точнее за голдишку на него. Всем мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.